Доброе утро! Всем привет! С Новым годом! С Новым годом! Да, пока только Дарина встала. Я тут немножко... Женя тоже встала. Она не любит встать. Кто? Женя. Ага. И Саша тоже там что-то. А, ну хорошо. Я тут чуть-чуть со стола убрала. Блин, у нас тепло. Муха все равно успевает залететь. Потому что там муку поставила. Вчера чуть-чуть это осталось. Посуда не убрана. Тут домыла. И кружки в основном все уже домыла. Осталось тут попылесосить и полы помыть на кухне. Вот. Дарина у нас раньше всех легла. Я, правда, душ еще не принимала. Ну, все равно. У меня там в комментариях спрашивают, как у меня здоровье. Спасибо, все хорошо. Знаете, мы вчера легли все очень поздно. Настя Софийку забрала, наверное, часа в 2 ночи. Ну, пошла ее укладывать. Сама уже, конечно, легла Софийка. Ой, Матвейка тоже сразу уснул. А я до 3 ночи видео монтировала. И тоже забрала Тому. Жене, Саше говорю, ложитесь. Мама, можно мы ляжем и будем просто лежать? Я говорю, вон, уже Дарина тоже легла, ложитесь давайте. А Вася, Антон и Алина тут еще оставались. Антону так понравился подарок, который Алина ему подарила. Они тут что-то все, музыку включали, все что-то тут. И Вася тут с ними сидел. Да, мы уже пошли все сюда. Вообще, конечно... Новый год прошел у нас очень хорошо. Мне так нравится. Все так спокойненько, хорошо. Ну, конечно, знаете, будет очень много комментариев, как дети там дербанили эти подарки. Я уж потом сама думаю, надо было, наверное, как-то по очереди давать. Но это бы растянулось бы, не знаю, там на час, на целый. Поэтому так, быстренько всем раздали подарки. Сегодня тоже посуду мыла немножко. Думаю, надо Насте сказать... У нас дом чем захламлен? Игрушками. Игрушками. Прям сильно много у нас игрушек. Вот. И думаю, Насте надо уже прям конкретно расхламляться. И хорошие подарки. Ой, подарки, игрушки. Я думаю, нужно действительно в садик отдать. И у нас тут напротив школы магазин есть. Я думаю, с хозяйкой магазина поговорить, может быть, как-то там, может быть, она знает семьи, которые, ну, все равно магазин ходит, может быть, там, чтобы можно было ей туда вот вещи, там, те же игрушки относить, она бы там раздавала. Доброе утро, доченька. Привет. Что, проснулся Матвейка? Да. А, Настя встала тоже. Вот, и, конечно... Порядка уже будет больше, потому что, ну, все в игрушках. Ну, а как? Новый год. Ну, как мне дарить подарки? День рождения. Столько вот, ну, сегодня, можно сказать, подарили детям. Завтра у Софики день рождения. И опять мы будем дарить игрушки. Ну, как оставить ребенка без подарков? Ну, так же не бывает. Я думаю, все, что вы там ломаете? Ну, хорошие игрушки, я думаю, можно как-то там в пакетик аккуратненько скомпоновать и отдать. Вот у меня подруга, мы еще вот когда жили в Челябинске, мне так нравилось к ней приходить. Она, вот если ребенок не играет, да, или вещи они, например, там год-два не носят, она тут же все собирала, все на помойку, блин, это муха достала. И дома так было чистенько, хорошо, потому что лишнего... Она никогда в доме не держала. А мне все с одной стороны жалко. Думаю, ну поставлю, потом поиграет. Ну оставлю, потом там Тома доносит. Ну оставлю там после Алины, там может быть Женя доносит. И вот так вот. И вот это все копится. Что там? Ой. Вот скажите мне, что вы кричите? Ох, он фрукты на стол даже не ставил. Он что делает?
все делает, а? Подожди, скольки все спали податься? Доча, они все на веранде, в холодильник не помещаются. Смотрите, дети, как. Не успели проснуться, уже лицо освежают. Да. А? Вот это чудо, подарок, да? Да. Ага. Если хочешь кушать, все на веранде там. Мусор выносила. Сейчас еще надо будет это очистки вынести. Мам, на тебя похож. Иди, Нолик. Вася его обрабатывал от блох. Надо спросить, он там покупал. О, видите, что делает? Мальчишка все метит. Нолик. Ведь не уходит никуда. Не знаю, насчет этого. Глистов давал, не давал. Но видите, еще не очень привыкший. Вот Дарина зовет. Не идет. Где ты там на меня похож? Ну-ка покажись. Лицом. Пошли, как это кушай. Что-то говорят? Дата все уходит. Морда плюски, что-то там. Что-то там. Глаз узкий, что-то. Вот забыла я вот это выражение. Иди сюда. Ты больше всех хотел есть. Морда. Ну-ка покажи поближе. Ой-ой, где ты там на меня похож? Ой, на улице хорошо. Сегодня дождя не обещают, плюс 8. Лепота. Ну что, семья, быстренько доедаем вчерашнее? Нам не вчерашнее, а прошлогоднее. Ну это точно, прошлогоднее. Дариночка успела животных покормить. Я сейчас... Тряпочку. А? Ну, достань, вон наверху стоит там. Саша не достанет. Ну, она сейчас протрет машинку стиральную. Я сначала полотенце все поставлю стирать. Ну, Матвейка, с Новым годом тебя! Да, он в костюме дракона. О, точно, мы же хотели фотографироваться в костюме дракона. А кто-то уснул... Ну, как тебе с нашим семейством Новый год встречать? Помада так не отмывается. Ну, Настя ему фотографию отправила Диме. Утро доброе, солнце мое. Ой, ты красавец. Дима такой, откуда у него там синяк? А его девчонки целовали помадой? Чуть-чуть девчонки целовали, а? Ух ты, маленький, ты проснулся. Ты мое счастье. У кого завтра день рождения? У тебя? Кого ты в гости ждешь? Миу-миу? Ну, завтра будет день рождения. Матвейка тебя тоже будет поздравлять. Ты будешь поздравлять? Давай подержу, покушаешь хоть. Прицепили уже девчонки? Да. Ее можно легко цеплять. Надо было вот сюда, наверное, на краешек. На эту сторону. Видишь, а ее потом можно снять. Неудобно. О, сейчас как научатся, будут сами себе да, прически делать. Мы хотели сделать, чтобы она прям мощная была, чтобы она прям сильно прицепилась. Просто когда я ее заплетаю, у нее голова отлетает. Вот так вот. Ну, сейчас надо будет попросить мальчишек. Ой, ну эти звезды две. Вот это, говорят, что кисло очень. Но оно вообще не кисло. София, можно мне послушать? Вот. Это лимон, он кислый только всегда. Там только сахар. Все в букете. Да ё-моё. Доченька, не надо, милая. Видели, красиво. Освежить всех, да, с утра? Ой, зеврю. Что ты, мам, ты к мне назеваешь? Ой, зеврю. Она же в голос смеется. А бывает, да? Да. Доча, жди меня на улице, сейчас выйду. Пошли гулять. Алина тут постель не заправляет. То, что они сказали, сейчас мы ляжем обратно.
Тома, Том, ты оделась, ты идешь гулять? А, Тома тоже сейчас придет. Ну, одевайся, одевайся. Пусть идут погуляют. Ну, давай. Матвейка поспит Сок. Как раз. Не, ничего не надо. Все дома есть. Да, да, да. Ничего не надо. Доедать надо сегодня все. Все, что есть. Ага, ага. Ну все, посидим. Настя ходит, мается. Все спать обратно легли. И Дарина, и Антон с Алиной, и Вася тоже лег. Достали! Чё они все спят? Мне скучно. Я говорю, что доставать некого. Сейчас еще прикол. Настенька, включи свет. Матвейка тоже спит там на пороге. Настя говорит. Ну-ка, расскажи. Ну, вот захожу такая без Матвея. Софийка на горшке сидит. Я говорю, Соф, что ты не спрашиваешь, где Матвей? Она говорит, где Матвей? Я говорю, на улице бросила. Она говорит, мам, ты офигела? Я с таким лицом подумала, потом такая, ты офигела? Ну, иди быстро, говорит. Вот, Димин подарок. Настя, все приготовила, Матвейка спит. А что у меня там? Машинка стиральная работает, сушилка работает. А у нас что? Мать же у нас какая? Я постельное тут поменяла, стирку поставила, полотенце все в стирку поставила. Дети уже все попылесосили, полы помыли. Они, мам, ты с ума сошла? 1 января. Я говорю, что теперь? Короче, так. Ну, зато все дела сделали, и все. Все сюда влезли. И наши тоже, да. Которые, ну, хорошо. Зато комнату проветрили, и все чистенько, и все хорошо. Душа у меня спокойная, что все прибрали. По поводу шампанского мы даже одну не выпили. Зачем столько набрали шампанское? Он стоит. На улицу я еще вынесла. И на кухне стоит. Ну? Набрали. Ну ладно, выпьем как-нибудь. Хороших праздников будет еще много, поэтому... Не говори. Я купила себе вчера бутылку и чё? Ну? Ты хоть это, бокальчик-то выпила? Не смогла. А Матвейка не спит без груди? Настя боится пить. Я вчера маленько тут, может, пол бокальчика выпила. Хорошо, уже потом 2 часа прошло, нужно выдержать там 2-2,5 часа, чтобы можно было кормить. Угу. И все, и потом он не засыпает, еще только за грудью. Ну, все. А у нас еще тоже очень часто почему-то зрители так хотят, чтобы я пила. И, ну, вот ой, они там пишут, там что. Я даже шампанское вчера выпила, меня капец передергивает. Не могу. Я могу пиво выпить, кружку от силы. Вчера кружку, наверное, не пила. Да, иной раз я даже допить не могу. Меня начинает колбасить, меня прям всю передергивает. Не могу пить. Может быть, я бы и села бы, и нормально посидела, и попила. Я просто не могу. Не знаю почему. Поэтому извините. Не могу пить, да. Так, ладненько. Девчонки там играют. Дарин, пойду выгоню их, там Дарина спит. Так, дорогие мои, мы сейчас будем пытать Алину и Антона. Чем? Самый главный вопрос все постоянно задают. Вы беременные? Нет. А вы? Вы беременные? Ну, мне никто не докладывал. Алина говорит, что нет. Поэтому... Так. У Дарины тоже пока парня нет. Алина не беременна, нет. Надеюсь, через месяц, через 2 они скажут, мама, мы пошутили, все у нас. Нет, не планируем. Пока, да? Пока. Да. Ну, в общем, вот. Очень многие там пишут, вот Алина пила только газировку или что там. Не, Алина. Нет. Поэтому
Как только забеременею, так надеюсь, сообщат мне хотя бы. А я вам по секрету все разболтаю. По секрету всему свету. Да, 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 да. В общем, нет. Алина не беременна. Здравствуйте. Дочь, ты переверни. Здравствуй, Соня. Опа. Вот так не будет. Не будет? Вот так только как-то. А, ну ладно. Наша подписчица Женя говорит. Ну-ка, покажите, что-нибудь получилось? Да, вот. Я тут еще заплетала. Вот тут косичку, тут и тут, там расплела, вот тут заплела такие. Сейчас я буду прибираться. И я заплетала. Мам, вот эту косу я сама плела, такую красивую. О, это я сама плела косу такую. Молодец. Очень красиво. Угу, получилось. Капец, у меня она так долго заряжалась. А она еще и заряжается? Мама, я ничего не слышу, потому что у меня музыка сейчас играет. Вообще не снимает. Что новые наклеила? Да. Ой-ой. Я в шестом классе буду делать ногти. Сейчас прям, в шестом. А с каком? А в каком? В 15, как Дарина. Рано еще в шестом классе. В седьмом-восьмом тогда буду. Господи, это что такое у тебя там тянется? Слайм. Ой, она разрядилась опять. Чё моя? Она разрядилась, я ее на зарядку ставлю. Моя тоже разрядилась. Настя, уж на колени. Кто купается? Вы знаете, я вчера уже Настю заметила, говорила. Он на меня вот он просто смотрит. Но на Настю у него взгляд вообще меняется. Да? Скажи, я же понимаю, что это мама смотрит. А на меня просто смотрит, Так любит. Фу, блин, не сглазит, любит купаться. Да. Водичка, водичка, умой мою личико, да? Угу. Время у нас 8:30. Как раз время купаться. Настя, неудобно, конечно, вообще. А как бы я дома, и как я дома его буду мыть? Я вообще не знаю. У нас там душевая. Тазик не влезет такой, да? Нет, ванночка-то это влезает, она тика в тику влезает, Софика же в ней купалась. Mm-hmm. Дело в том, что мне там на полу вообще сидеть придется. Наверное. Ой, сейчас помогу. Софья! С кем вы там все время разговариваете? Мам, я думала, ее кто-то сбил. Посмотри на ее лицо. Где мои сестёрки? Никто не смеется на тобой, это Женька Мам, только. Мам, тебе привет передает Женя. Ага, привет, Жень. Так, ладно. Женя, Соня подпишется, я с Женей. Угу. Все, Матвея мы искупали. На самом деле, я уже прям спать хочу. Время у нас уже 9:30, где-то без звон время показано. Без 20. Все. Сегодня мы мало снимали. Все там... Когда ты успела меня сфотографировать уже? Покажи, баб. Ой-ой-ой. Все, дорогие мои. Всем пока, всем до завтра. Всем пока. Я приклеился к ногтю, и я не могу его оторвать. Больно сильно. Мы, правда, уже... Подождите, ладно, мы уже вроде как попрощались, но я все хотела снять. Ну, расскажи. Вообще круто, круто, да. Очень удобно, что, во-первых, ты слышишь. Вот, он спит. Угу. Везде с собой, я даже... Вот он сейчас что-то рукой подержал, уже бежать надо. Короче, слышно все оттуда, потом я могу здесь нажать на микрофончик, сказать туда. Ты видишь, сколько температура, а там градусов в комнате. Ловишь? Тарабахтится. Угу. Там темно. Да, камера ночного, там, когда ты выключаешь свет, там автоматически включается режим ночного видения. Вот. И еще можно сделать угол обзора там шире, ближе, дальше, короче. Она может вот так вот смотреть. Угу. Ну, короче, классная вещь вообще.
Настя прям спокойно теперь сидит. Вообще. Не надо ни бегать, ничего. Она все видит, как он шевелится, как там что. Я вчера ни разу даже не сходила, вот, ну, за сегодняшнюю ночь, даже ни разу не сходила, я все вижу. Угу. Ну, вообще классная штука, конечно. Да. Как мы жили без нее? Поэтому из всех лайфхаков для детей... Лайфхаков. Короче, не умею. Лайфхаков. Ну, факов. Надо по-русски говорить. Всех прибамбасов. Это самая лучшая вещь. Потому что это реально очень удобно. Вот. Я, наоборот, когда беременна ходила, я думала о том, что купить, не купить. Думаю, да нафиг она мне нужна. На самом деле, реально. Угу. Так вот мы домой поедем, считай, тут далеко тоже, да, вот он спит. И там, считай, я его в зале положу, например, да, на кухне все равно, как бы это. Не всегда можно услышать, если, например, особенно если там готовить будешь или еще что-то. Вообще удобно. Да, поэтому вещь нужная, реально нужная для мамы. Чтобы спокойно себя чувствовать. Сильно дорогая? 5 с копейками стоит. Но оно того стоит реально. Угу. Это, то, что мать спокойная, что ребенок там. Видно его. Так ладно, теперь точно тут всем пока. Тут еще, кстати, колыбельную можно поставить. У него там играть будет. А-а-а. Вот тут я могу включить, и она у него там через камеру будет играть. Ну, это кому вот, может, дети чьи-то привыкшие к колыбельной. Самозасыпание, да. Да, такое. Все, теперь точно пока. Угу. Всем пока-пока.